Партия «Единая Россия» проводит диктант «Вопросы родителям». Его цель – информирование граждан об уходе за новорожденными. Принять участие в акции решила директор Одинцовской школы номер 1 Оксана Романовская. Как отметила депутат окружного совета, тест не просто проверяет знания родителей, но и дает ответы на многие вопросы. Времени занимает немного – 30 минут на 26 заданий. Присоединиться к акции может каждый. Она продлится до 26 октября. По итогам будут определены победители, а все участники получат сертификаты о прохождении теста.